day one. Куда я насыплю, потом будешь есть. Пришел, шлялся где-то, пришел парень. Голодный. Всем привет. Жара у нас стоит неописуемая. Сегодня 24 августа. Сейчас на градусник посмотрим. Опа! 50 всего лишь. Фух. Ну, шмалит сильно. Делать ничего невозможно в такую погоду. Мы выпали на сколько? На 2-3 дня выпали, потому что в нашу жизнь ворвались кое-какие непредвиденные обстоятельства. Некогда было заниматься обычными, повседневными, привычными делами. Сейчас надо немножко нагнать все это дело. В общем, подсобрала немножко огурчиков. Сейчас вышло там, ну, всего лишь 3 или 4 огурчика. Как бы пустые, лозы стоят, огуречные. Ну, смотрите, насобирала, ого, сколько. Надо же это все делать. Там рыжие такие на салат в холодильнике есть, а это все равно кто его съест? Никто не съест. Выкидывать вот это, лежать, оно же будет жалко. Я сейчас это все дело, в общем, перемою, замочу водичку, пусть они у меня постоят, и к вечеру я закрою. Ну, сколько тут? 2 точно будет литров? Да 2, наверное, не больше, да? 2 литровые баночки. Ну, в общем, законсервирую. Так, и тут же у меня получается, смотрите, кулек укропа лежит. Тоже его нужно, это много, чтобы такое оно валялось где-то. Надо в порядок его привести, семенулечки пособирать, остальное выкинуть. Смотрите, сколько семян. Укропчик классный, он такой пушистый-пушистый. Когда только начинает, так зелень на нем такая хорошая, хороший укроп. Опять там у бабули на огороде пада лишнего будет, куча его. Но все равно семена соберу. Это такое дело, что раз уж стоят, лучше собрать, чем не собрать. Вот там, ну, в общем, надо будет проделать это дело. Потом покажу вам, сколько получилось. Ну, много будет семян. Покажу, кстати, что мы продолжаем собирать семена арбуза. Один такой не очень попался арбузик. Мы, конечно, не брали семена. А так уже по привычке семена не выкидываются. Автоматически в отдельную складываются посудину, моются, потом сушатся. Это сегодняшние свежие, это уже такие просохшие. Вот они у меня. Это что? Вот арбузы. Дыня. Там что-то другое было. А, тут персик, капусточки, не знаю, зачем я их не выкидываю. Ну, короче, собираем. Будем продавать. Я управилась. Смотрите, сколько у меня теперь укропчика. Ой, можно поля засаживать. Ну ничего, пусть будет. Правильно? Кто со мной согласен? Сейчас в пакет организую это все дело, и все, и будет у меня семена укропа 2024. Я еще вот на этот оставила. Выбрала такие зелененькие. Сейчас на огурчики. Укропчик вкусненький, чтоб пахли огурчики. Такие вот.
Так, ну такой пакет еще у меня получился. Смотрите. Дофигища, тут даже интересно, я сейчас взвешу. Так. Грамм получилось. Ну нормально. Все, хватит мне. Сколько интересного укропа срок сходов семян? Ну, года 4, наверное, точно. Так что можно будет в следующем году не заготавливать. Капулька наш наработался. Вся красный, уставший. Засыпал яму, да, все? Не все. Ну там оставил. Ну, должно чуть-чуть пролить, надо оно протрамбовать, присядет, потом земелька опять. Угу. Я а просто что еще... ты там выносил это за двор? Вывез тачку глины. Мне же зачем сверху глина? Я же набросал вот так пенопласта, а вот этот слой глины убрал. Защитил трубы пенопластом, да, чтобы меньше конденсат, зима, вот это все, да, чтобы дольше они там сохранялись под земелькой. Угу. Ну круто, ты молодец. А еще они сегодня сейчас передохнет папулечка и пойдут копать картошку гнилую. Не гнилую, может начнете все-таки с вот этой белоросса, вот эти два рядка, да я хочу фацелию посадить, посеять. Ну, смотрите, как хотите. Там два рядка осталось. Ты посадила фацелию, мне надо еще все равно там мотоблочить, что-то делать. Да я думала просто посеять и граблями заграбить. И все дела. Надо как-то оптимизировать эти процессы. Это идеальный, ты говоришь, сценарий. Ну, добрый. Короче, выбирайте. Если 4 рядка вам много, то там осталось 2 рядка Red Lady и 2 рядка белорусы. Вот это их надо срочно выкопать. 2, а не 3 рядка. А третий то вообще там или... Я забыла, как называется, мама говорила. Славяночка или как-то. Но она там в бурьяне простояла постоянно. Что там с той славяночки, то вообще эксперимент. Мы уже оставим на следующий год. Уже и сажена будет. Точно. Уже разрастется с тех. Там уже будут и дети, и внуки, да, картошкины. А ну, смотрите, я вот отрезала попки у огурцов. Вот это такое количество у меня. А, видно, вот. И вот. Неаккуратненько получилось, правда. Ну, на 3 тут не будет, да, литровой банки. 2 должно быть точно, а на 3 навряд ли. Ну, сейчас у кого, проверяйте свой глазомер. Интересно. Я думаю, что 2 будет. Я 2 достала, 2 крышки кипячу. Сейчас буду формировать. Ну, а пока я сформирую баночки. Значит, зеленого хрена у меня уже нет. Поэтому я ложу пока снизу вот так вот. Корень хрена зато у меня есть. И это очень чудесно. Вот такой я насобирала укропчик. Он уже такой, он зелененький, не коричневый, поэтому воду не испортит. Но сухой уже. Ну так, сколько есть, побольше положу. Потому что укропный аромат, это, наверное, самое вкусное в рассоле. Так. На низ ложу один зубок чеснока, разрезаю пополам, чтобы аромат больше отдала чесночинка. Один листик разломала лаврового листика, штучек по 5-6 черного перца горошком, по 1-2 горошинки, смотря, маленькие 2 положу сюда, ну и тут тоже 2 душистого перчика. Так. И все, и формирую огурцы. Так, сейчас еще, можно сказать, под самый верх или посерединочке положу вот так по 2 кусочка чесночка.
Раз, два, три. Ну, так, раз, два, три еще корня хрена. И смотрите, наверное, мне еще понадобится третья банка. Но я продолжаю формировать. Ну, смотрите, друзья, вот такое количество огурцов у меня осталось. Даже не знаю. Может, порезать их? Не знаю, что с ними делать. Пополам даже если порезать, это, наверное, литровая банка будет много. Проэкспериментировать в пол-литровые банки я еще огурцы не закрывала. Сейчас подумаю. Я нашла вот такая у меня баночка 720 миллилитров. Закруткой. И сейчас я ее наполню, точно так же насыплю всего, что я добавляла в эти банки. Смотрите. Короче, мало этой баночки. Помыла литровую, стерилизую. Ну что, друзья, такие 3 литровых банки. Я так понимаю, одна трехлитровая получилась бы. Ну, ничего страшного. Вот эта баночка получила здесь огурчики, все резанные пополам. Все, сейчас водичка закипит, буду заливать. Так, а тем временем Лизонька с Игорем копают вот эти 2 рядка картошки белорусса. Крикнула только что, говорю, ну что ты? Он говорит, ну така сама. У меня, конечно, надежда еще теплилась, что может эта картошечка получше. Сейчас подойду поближе, посмотрим, что там. Там вроде шашлычком. Ну это может это кастрик. Запах дает. Да нет. Ну может кто-то тут. Кастрик не дает запах мяса жареного. Так, ну что тут наша белоросса? Вот такое вот. Что это? Где-то полыта. Что, пустая ямка, что ли? Mm-hmm. Ту, что посадили, сгнила, и что, не проросла, что ли? Прикольно. Ну, такая еще ближе. Не лучше, но она, видимо, есть такие экземпляры покрупнее, да, у нее? Лизон, Лизон, вот, смотри. Грабли. Граблями. Это помощница наша. Какое счастье. Дождались помощи. И грабельками не будешь руками. А смотри. Вот куст я топнул. И 2 картошки. Ну так красиво. Ой, и 3-я была красивая. Я хочу это. Мне такая игра. А вот этими граблями неудобнее, па? Игра так мне надоела. Вот такая. Какие? Вилами, да. Не знаю, да, Лизонька. Лизонька, ну дай, пожалуйста, папе попробовать копать вилами. Вилами вообще. Картошка пропадает. Ну вот, куст. Ага. Еще надо на мотоблок покупать эти. Насадки вилла. Да. Ты что? И оптимизировать свой труд, да? Время, конечно. Силы. Я только за. Полностью с тобой согласна. Ты что, это я 2 траншеи, как это я там выкопал, я вот этот рядок выкапывал. Ну. О, хорошая. Ой, ты какая красавица. Ну, видно, видишь, уже другой сорт. Да, уже мы пока копали сортовые. Ну да, особенно. Это хорошая. Вот тут такая. Смотри. Ну, только ж не 3 штуки, а штук хотя бы 5 на куст. Вот, сейчас я сюда же копну чуть дальше. Ну. Дай. Аллах, чтоб не порезать. 4-я, да? Нет, вот еще. И вот. Ага. Не, ну это, по-моему, с другой. Это с другой картошины. Да, это вот тут 3 были с одного какого-то. Это же было вот. А это даже сорт другой. Угу. Ой, боже мой. Лизон,
Да, ну давай, я еще пару кустиков посмотрю, то уже там у меня вода закипит сейчас. Ну, кастрюльки. Пойду огурчики заливать. Угу. Ты смотри, что творится. Блин, как жалко. Большая... Вот я просто уже не могу понять, где мне. Я копаю дальше. Уже... Ну да, самое хорошее режется. Нет, чтобы там гнилая какая-то. И это. Угу. Та, которая обрежала. Так. Перекапываю брылы. И вот с этой стороны еще вот картошин попал. Вот. Представь, сколько мне надо раз копнуть, чтобы я клад еще, а не картошку копаю. И какая тут земелька. Камни, да? А вот золото, а не ребенок. Посмотрите только на него. Это я не тебе поговорю. Я говорю, золото, а не ребенок. Смотри. Угу. Вот отсюда копай. Раз. Нету, да? А если ближе взял бы, порезал. Да. Два. Ну, потому что, да, вот же ж бодель. А вон, смотри, оно то маленькая какая-то, вон еще картошинка. Угу. Два. Три. Офигеть, пустая эта. Это мы тут что, не проросшую, да, по-моему, где-то посадили, и она вот эта. Не помню, я не знаю. Она в любом случае должна прорасти и вырасти. Не может быть такое, что она просто сгнила. Ну, я, судя тому, что может, да. Падалищная картошка. Ну и что, она же не вся падалищная тебе всходит. Какая-то всходит, какая-то не всходит. Да, большую часть всходит, чем не всходит. Я же не говорю, что меньше, а я говорю, что не вся. Вот. Так, все понятно. Я сейчас уже выхожу. Ой. Нервомотка вот это смотреть. На такую копку. А тут что-то должно, видно, быть. Да? Ну, бодыля, по крайней мере, торчит. Да и там торчало. Ага. Смотри, хорошая такая. И плохая. И вон сзади. Заюш, пусть бы там была эта куча. Что ты ее туда-сюда носишь? Сейчас мы дальше пойдем то копать, тот бурьян будем туда кидать. Все, лизунь. Это ты делаешь двойную работу. Да уж. Смотри, оба. Одна картошка. Ага, есть. Ну тоже хорошо. Там вообще ни одной не было, да? Уже одной рады. Все познается в сравнении. Отрезал. Отрезал. Ну вот как, где копать? Ты же видишь, я копаю везде. Короче, садим по одной в следующем году, да, пап? Да, конечно. Ну это... Я его и копаю, ищу, где ее... Вот такую раскапываю, вот, смотри. И она режется. Я лучше еще один рядок, только что-то целый. Кирюша вышел. Ты представляешь? Попусти. Красавчик. Кир! Такой крутой. Раз и вышел. Так, арбузы обходи, только и лапку не поднимай нигде. Идет, идет, идет. Опа. Парень. Что, есть что-то там интересное? Ё-моё. Большая, не порезанная. Ух ты. Гребет Кирюха. Иду, доченька. Ну ладно. Все, один рядок, одно ведро, короче, да? Класс. Чем дальше в лес, тем все хуже и хуже. О, пришел Кирюха. Все, ладно, удачи вам, я пошла. Лизунь, без Кирюха я приглядывай, хорошо? Знаешь, чтоб он тут лапки не подымал, где ему не надо. Смотри, какую яму раскопал. Три картошки собрал, а яму выкопал
пол литка прокопал. Фу. Завал. Средок надо идти передохнуть. Уже опять мокро. Зачем ты ее? Пусть стоит. Тя, охраняй папу. Охраняй папу с Лизонькой. Этих редков у нас было 2 ведра. Этот еще мы почти закончили. Ну было 2,5, 2,5, 2,5, а потом вы уже по 2 там кота копали. А сейчас вообще по 1. Я пошел. Да ты пошел. Домой? Так, водичка у меня закипела. Сейчас заливаю. Накрываю крышками и оставляю на 10 минут. Через 10 минут сливаю все. Довожу воду до кипения. Заливаю еще раз и оставляю на 10 минут. Через 10 минут снова сливаю и делаю рассол. На 3 литра я кладу 2 столовые ложки соли с небольшой горкой. Это примерно грамм 50-60. Сахар в огурцы я не кладу. И 3 столовых ложки уксуса. Перемешиваю и довожу до кипения. Закипел рассол. Выключаю плиту, заливаю в банки и закатываю. Так, наша белоросса. Пришла я ее перебрать, пока тут не дают заниматься другими делами из-за света. Займусь картошечкой. Сейчас переберу, покажу, что мы имеем. Ну, в общем, вот картошка хорошая. Там и крупная есть на низу. И это хорошая, но мелкая. Мундирная я ее называю. А это плохая. Много плохой, короче, процентов 50. Есть тут такая, что хорошая, но резаная крупная картошечка. Поэтому, учитывая то, что мы ее порезали, то где-то 50 на 50. 50 хорошая, 50 гнилой. Ну и количество, конечно, удручающее. На 2 рядка, 2 ведра. Это печально. Ну, такие дела. Ну, что, не расстраиваемся. Свекровь говорит, что как бы у многих такое. Не у всех, но у очень многих людей тоже такое с урожаем. По крайней мере, в нашей области Днепропетровской.